За святую Русь помолюсь, чтобы Божью нить пробудить, чтобы русский дух да не потух. Да. Чтобы теперь так, я еще ниже покажу Елену Савинич. Всех сразу не могу, всех скопом. Тем более мы с ней лучше знакомы. И вот я обращаюсь к Елене Сергеевне. Это очень важный момент. Пусть немножко в этом году меньше, больше организационных вопросов в этом вебинаре, чем учебы. Вот. Но я, это мой долг. Я знаю, что я хочу. Понимаете? Нужна суперкоманда молодых ученых. Суперкоманда. В их руках будет будущее садоводства. Это мои ученики. Аспирантка Савинич. Это на данный момент. Агроном Железов. Лучший сад, лучший питомник России. Биолог Матвеева. Настоящий биолог. Приехала ко мне, знаете как? Со склянками, со спиртом. Уже мы его выпили. Это подобрацы. Вот это биолог настоящий. До сих пор помню ее склянки со спиртом. Мнение, правда, мы не выпили. А, знаете, наша Юлечка, ну, в тот момент такая хрупкая девушка. Я говорю, Юля, вот тебе котлета, вот тебе кусок колбасы. Сварит себе какой-то просто. И ест и говорит, это вот, говорит, это здоровый образ жизни. Мне так жалко было, как куда у нее душа держится. Но я бы сказал, что душа у нее все-таки удержалась. Удержалась. Видите, это все их сад. Вот. Ну ладно. Дальше идет программист, системный администратор Катя Кузнецова. Вот. Ну пусть она немножко отстает от них в каком плане. Но у нее сразу рекорды. Вот это знаете, как человек первый раз прыгнул сразу на 2 метра. В следующий раз прыгнет на 3 метра. Помните, я говорил, что не надо ждать, чтобы человек... Почему считается, что в 20 лет он там это, потом 30 аспирант, потом 40 он кандидат, 45 доктор, а потом у него должны появиться вот эти вот суперсорта? Да нет, конечно. Вот они, это суперкоманда, вы знаете. Тем более совмещать такие профессии, системно, не вспоминаю, что это такое. Ну что-то с компьютерами связано. Мне темному не понять. Еще раз говорю, Елена Сергеевна. Это я про ту самую нашего кандидата наук, заместителя этого самого министра, вот, которая должна именно за это направление отвечать. Если в России появятся умные руководители науки, не в 60 лет, вы бы взяли за масштабный проект, за возрождение вегетативной гибридизации в масштабах страны. Нобелевка гарантирована. Она уже есть. Вы понимаете, это Нобелевка, она уже вот в этом. Вот. Почему? Потому что все пошло, это вегетативная гибридизация. Вы сейчас возьмите, скрестите вот это, вот. Тут грамм 450, а тут все 500, если не больше. Вот, скрестите их два и получите третий. Ни папу, ни маму. И он скрещенный никогда не повторит их свойства. В данном случае вот этой роскоши, вот этой никогда. Вот, он будет нормальный, хороший середнячок. А если мы еще раз возьмем вот это яблочко и еще раз привьем, мало у нас пока поколений, надо еще парочка, и мы достигнем уровня райского сада. Туда, куда мы все однажды попадем. Я все время шучу, такая у меня шутка. Да, грешен, грешен. Ой, грешен. Ну, в рай попаду. Попробуйте заменить меня. Лопата, тележка, а там с перегноем. Вот. Только никогда не перегной, не кидать. Это я с этим говорю. Сочинцам. Никогда перегной не кидайте по эту самую посадочную яму. Никогда. Ни маленькую, ни большую.
Так, вот видите, немножко все-таки учеба. Так. И вот, так вот, Нобелевка гарантирована. Знаете, как это делается? Несколько гектар. Вот, меня в качестве этого самого, как сказать, дядьки как-то Черномора. Вот. Вот такую бригаду, супербригаду. Мы вам за 5 лет, вот, вырастим то, чего нет на всей планете. Вот. Почему? Начало будет не с нуля. А вот это уже примерно, ну, ладно, были у меня 7 лет назад. Могу ошибиться. Но самое первое, сажень, я посадил в 85-м. Отчет идет оттуда. 35 лет, так? Пойдет 36-й год. И вот эта веточка. Мы лучшую веточку выберем. От Чернобаева. От Матвеевых. А, поддержите нас. Мы вам такое вырастим. Это будет не просто это Нобелевская премия. Вам, Елена Сергеевна, не вашим уже будущим вот этим вот помощникам, а вам памятник поставят. Потому что кто-то должен когда-то понять всю важность вот этого государственного дела. Сейчас вопрос не стоит никак. Вот смотрите. Еще раз, кто не знает, Елена Александровна Савинич. Вот. Собрали мы ее в дорогу, помогли с деньгами на это, на поезд. Приехала она примерно, знаете как? Она приехала так, как приезжал, только чуть-чуть легче, чем было Ломоносову приехать в этот самый. И вот эта дама, вы думаете, ее хорошо слушали? Вы думаете, когда она рассказала, что творится в Сибири, тут же поехали экспедиции? Или просто хоть черенок попросили? Это другой мир совсем. Ну, нам нужен мостик, понимаете, Елена Сергеевна? Уже не Александровна? Вот он, Александр, Елена Сергеевна. Что такое революция в практической биологии? Объясняю. Есть агровузы, есть научно-исследовательские институты, есть ГСУ. Представьте себе, что в каждом районе, где-то тут, он может быть в 10 километрах одно от другого, в 100 километрах, неважно. Но студент, поступив в него, вот, в агровуз, вроде бы учиться, одновременно с первого дня числится младшим научным, ну ладно, это перебор, вот числится агрономом, нет, да хоть разнорабочим, хоть просто землекоп, как угодно, но он имеет свою деляну, учится тут полдня, и полдня там, если близко, или там неделю тут, неделю там, неважно, так, и он что делает? Тут как написано? Только искать. Ему не придется скрещивать сорт А, сорт Б. И потом еще прошло 7-8 лет плоды. Опять скрестили еще 7-8 лет. Уже пенсия. Уже, ладно, уже доктор. А толку? Я вам примеры приводил. А здесь-то речь идет о другом, друзья. Мы все уже имеем. И таких садов по стране. Вот таких вот. Вот таких вот. Сотни. Я что же, мне говорят, а ты железо все готовое достал. У меня есть свои эти приколы, примочки. Я умею делать так, что еще плоды увеличиваются в 1,5-2 раза. Но это уже другая наука. Так? Это тоже надо знать студентам. Но это уже, как говорил профессор, помните? Извините, студент говорил профессору. Это второй вопрос. А первый вопрос звучит так. То, что на данный момент есть, оно есть в тысячах садах. Я не говорился, не в десятках. Тысячах. И это все должно переехать в НИИ. В готовом виде. Это студент, там черенок тут. Это бесконечные экспедиции. Это его учеба. Когда он приедет, допустим, ну, понятно, там в Омске наверняка есть какое-то учреждение. Областной крупный город. Когда-то был столицей Сибири. Вот, там, миллионник. Что-то есть. Так, допустим. Он автоматом становится... После, как называется, после всех этих перетрубаций, он становится одним целым вот с этим. Так. Вот, с агровузом. И в свои 10 соток имеет студент, поступив в агровуз, но
там он учится, там земли быть не может. У нас принято учить студента, который выйдет. Это вы же не можете все знать, Елена Сергеевна, который выходит из института и не умеет ничего. Объясняю, я вынужден. А сейчас к нам присоединился, пусть уже время у нас истекает, пусть я только половину расскажу, что хотел. Ну вот. А дальше на вашу реакцию будет. Скажете, я говорил по делу, будет еще один. Нет, переходим на чисто удовольствие. Если кто-то там меня кинет, это горсть чего-то. Так вот, пока говорю то, что считаю нужным мне говорить. Итак, все 5 лет получается такая картина. Противоположное, что было. Итак, агроузы не учили. Учиться тому, что это, вы видели, там для 10-11 класса, вот эта дурь, а там агроузы еще круче дурь. То есть она не дурь, но она не усвояемая. Это не то, что кролики легко усваивают мясо. Вспомните, это невозможно усвоить. А выход, и студент ничего не знает. Так, я начинаю издалека. Раз присоединился Сергей Сергеевич, а это все-таки министр над всеми школами и техниками. Так вот, Сергей Сергеевич, приходит, а я ведущий инженер по промышленной безопасности. Приходит ко мне группа студентов. Я их отправляю по назначению. Электриков с техниками, я их отправляю, тогда техниками назывались, в электроцех. Звоню начальнику и говорю. Догадались? К электрошкафам не подпускать. Теперь никто не хочет садиться в тюрьму. Ни я, ни начальник электроцеха. Паяльник, вот сиди и паяй. Раз. Метла. Швабра. Два. Все. Прошло время. Написал, пройдено. Я металлург в Норильске, ездил на практику. Вот. Меня отправили. Это все было. Я очень подозреваю, что это и сейчас. Меня, студента, отправили на медный завод. Плавильный цех, так, и я, все, у нас был часовой рабочий день, все 6 часов, сжатым воздухом, в наморднике, ну, то есть противогазе, вот, все 6 часов, начинал с первого часа и до последнего, я все время, пыль вот эту, понятно? Вот это потом считалось, что я прошел проект. Все. Елена Александровна Савинич, у нее был выбор какой? 2-3 предложения у нас есть эти самые. У нас есть ГСУ и еще кое-что. У нас есть центры научные, Минусинск, Шушинская, вот. Еще где-то. И я представила так. Я говорю, а почему ко мне? Я говорю, там мне дадут тяпку, скажут, тяпы отсюда и до туда. Все. А чему она могла там научиться? Вот честно, вот чему? Придя в этот самый ГСУ. Чему? А теперь она не просто специалист. Грамотнее всех. Я еще там ругал, что это не туда завела наука. Но существует официальная наука. Так. Она все это прошла. Красный диплом. Стипендиант этот самый президентский. И так далее, и тому подобное. Два высших образования. Вот. А дальше еще кое-что покажу, только держитесь. Так вот, получается, продолжаю. Все это, вот это вот, должно быть как одно целое. 10 соток сад вырастил. Где, может быть, землю найти? Ну, наверное, в НИИ. Еще где? Ну, наверное, в ГСУ есть земля. Где, так помните, как я, Александр, говорил? Если это сад Крутовского, если бы вам ее целиком отдали, первое ваше дело должно было быть взять бензопилу и спилить то, что мы называем с вами, так иронично, музеем. Что сад Крутовского вместо передового, как это называется, тут сад Крутовского впереди науки всей, ну, он превратился в музей. Так вот, выходит человек с дипломом, он умеет все. А сегодня это умеет только
3 девочки, все, и плюс Сергей Жилинов, мой сын. И еще, я не буду это, ну, у них уже у каждого свои сады, и, смотрите, все это мы сделали сами. Вот сейчас, видите, что будет. Вот, ну-ка, тут нету, забыл заранее приготовить. Ничего, смотрим сюда. Смотрим сюда. Если бы я это не показал, я был бы обыкновенным болтуном. Вот. Здесь только маленькая часть, я поздно спохватился. Внимание, я сейчас быстро пролистаю. Быстро. Это все от Калининграда и до... Ну, мошеннические сайты, а как же? Вон сколько. Это все наши враги. Вот. И это все в садах, которые... Я имею отношение только одно. Или мои косточки, или мои черенки, или саженцы Железова. И здесь есть фамилии. Здесь на части есть адреса. Это все, чего не может быть никогда. Потому что если наука это не получилось, откуда это могло взяться у нас, у любителей? Представляете? Это вся Россия бескрайняя. Вы знаете, я долго буду листать. Я еще не все сюда включил. У меня же есть такая папка, называется «Загрузки». Я оттуда еще не все сюда перетащил. Подумаешь, персики, подумаешь, в России. Здорово, да? Узнаете, кто-то из вас свое узнает. Здесь есть текст, здесь есть эти, как сказать, адреса. Здесь есть, я все время прошу, короткий текст, чтобы мы знали, это, страна должна знать своих героев. Потом каждый из вас должен взять и обойти округу. Это, если не получится вот с этими суперпроектами, если придется самим это делать. Вот видите, какая дурь. Вот. Вот, видели? А вот это наши люди. А вот это наши люди. А, Макарова, знаете, волшебник. Так вот, я сегодня говорил этому. На секунду остановлюсь. Это очень важно. Антон Валерьевич, не хочется мне просто так уходить. Да я не говорю, что я помру. Ну, заболею, мало ли. Вот таких ребят соберите уже вокруг себя, а не пока как бы вокруг меня, я как бы лидер такой неформальный, да? Вот. Если Алексей Иванович Макаров читает лекции, пусть он читает нам с вами. Это Европа. Там может быть что-то по-другому. Вон, видите, там персики, вон сеянцы персиков растут. А как он их вырастил? А это самый трудный на проращивание продукт. Вон они, сеянцы персика. Вот. Значит, пожалуйста, объедините вокруг себя всех, кого можно. Сегодня лекцию прочитает Макаров, завтра прочитает Алексейка, вот, уникальный человек. Послезавтра Долматов, вот, Люда Долматова, его жена, она агроном, у нее свое есть, то, чего мы даже не догадываемся. А я еще не всех показал вам. Ну что, как дальше листать? Еще быстрее? Ой, это долго, ребята, долго. Тут и приполярный круг. Вон он, Чернобаев волшебник. Вот, не обошлось, конечно, без наших, моих самых близких друзей. Вон они, узнаете свое? Вот. Виноградов, узнали свои? Роскошные абрикосы. Представляете, что творится? А как часто персики встречаются, да? А черешни? Ой, о, боже мой. Я сам не верю. Вот. Вот это мой памятник, все мои памятники.
Вот и Ботнер. Ой-ой-ой-ой. Так, все. Посмотрели, возвращаемся. Самое главное, я так и не сказал. А наше время истекает. Вот, давайте вернемся туда, где мы были. Сюда. Нет, не сюда. Теперь уже по-новому искать будем. Архив. Этот архив, он стоит, если бы вся информация, которая здесь, он стоит миллионы долларов. Но, правда, никому не нужен. Нет, почему? Нам с вами нужно. Так, вот это вот подробнее. Студент получает 10 соток университетской земли, через 5 лет угощает экзаменаторов плодами. Посадочный материал только из садов любви. Больше времени не терять на это, на скрещивание. Потом диплом и работа в НИИ и ГСУ. Часть в НИИ и ГСУ продолжает. Самое толковое, посмотрите, у этой самой, у нашей Юлечки, какой питомник. Самое толковое — сбавить частные питомники и вытеснить зарубежные негодные саженцы. Вот это, ребята, наша задача.